Capital Group подводит итоги года. 2018 был успешным. Девелоперская компания вывела на рынок сразу 7 новых проектов. Причем некоторые из них прямо в самом центре Москвы. Напомним, Capital Group – одна из крупнейших российских девелоперских компаний. В этом году она отметила 25-летие своей деятельности. Среди самых знаковых проектов – небоскребы город-столиц и ОКО в Москва-Сити, многофункциональный центр «Легенда Цветного», а также более 20 реализованных жилых проектов в сегментах «Бизнес», «Премиум» и «Делюкс». Сколько жилья построили за эти 25 лет? 8,2 миллиона метров. Самые сложные проекты – те проекты, которые ты осуществляешь в центре города Москвы. Чем ближе к центру, тем сложнее проект, тем больше ответственности. Сейчас бы я отметил две площадки на Софийской набережной, также территорию Бадаевского пивоваренного завода. В этом году компания вывела на рынок брендированные резиденции и отель под управлением Mandarin Oriental Hotel Group на Софийской набережной, жилой комплекс бизнес-класса «Небо» на Мичуринском проспекте, два новых клубных жилых проекта премиум-класса ЖК «White Хамовники» в Алсуфьевском переулке и ЖК «Медный 314» на Якиманке, а также совместно со знаменитым международным архитектурным бюро «Herzog & de Meuron» презентовала концепцию развития территории Бадаевского пивоваренного завода и представила обновленную концепцию знаменитого дома книжки на Новом Арбате 15 под названием «The Book». Я думаю, что эти перечисленные объекты будут в дальнейшем визитной карточкой города Москвы. По словам Павла Тё, в 2018 году Capital Group совокупно инвестировала в строительство более 22 миллиардов рублей. Общая площадь запущенных проектов – 670 тысяч квадратных метров. Но главное в них не метраж, говорят в компании, а авторская архитектура. Причем мирового класса. Мы часто работаем с иностранными архитекторами, мы много работаем с талантливыми российскими архитекторами, которые детально прорабатывают и функционал, и эстетику проекта. Из самых крупных это SOM, с кем мы проектировали ОКО. И сегодня мы работаем с Herzog & de Meuron, это швейцарские архитекторы, над проектом Бадаевский пивоварный завод. Что меня всегда поражало в их работе, это их высокая контекстуальность. Все начинается с анализа локации, территории, ее окружения, программы того, что мы хотим в это место поставить. Под конец добавим, что новые проекты, заявленные компанией Capital Group в 2018 году, составили 30% по количеству проектов от всего нового предложения столичного рынка недвижимости в классах бизнес и элит.